живописные его работы, они своеобразные. Значит, это лист нержавеющей стали, который художник обрабатывал различными абразивными материалами, а потом сверху закрашивал синтетическими красками, как он пишет. В результате вот получилось такие как бы отблески, проблески разные на этих работах. Где-то вот они в одном виде процарапаны, где-то другим материалом, а где-то вообще есть места, просто осталась нержавеющая сталь, нетронутая, как бы блестящая зеркальная поверхность. В то же время, конечно, всем посетителям выставки я хотел бы в своем восприятии этой экспозиции руководствоваться мнением нашего выдающегося земляка Владимира Николаевича Карбакова о том, что художник, когда создает произведение, он создает только половину впечатления от этого произведения, а зрители, которые смотрят, видят это произведение, они должны сделать свою половину работы, пройти свой творческий путь восприятия этого произведения, чтобы впечатление от работы приобрело многогранность.